на сайте lichevo.md ваши родители посмотрят. Надо. Надо, надо. Я не слышу счет. Громче, все считают. Все считают. Все делаем в стойке, на ногах. Вот радости, блин. Радости, полные штаны, блин. Пошли, 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 пошли. Я не вижу, что вы стоишь. Кристиана на поле. О, хорошо, пошла. Так, а где? Нет, 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 подождите, сам. Вот так, все. Так. Ну. Вот так, пусть так будет. Ага, вот здесь надо. Вот это. Так, сели на колени, разминаем колени. Так, у нас, я не вижу кого, Вику, Артема. Артем придет, Артем, я знаю, он будет говорить. Да. Сможет, тогда подойдет. Так, значит, внимание сюда. Так, Парка. Самое главное это у нас, значит, вот это все за колени взять себя. И пошли перекаты. Раз, два, перекаты. Пошли, вон он. Двое, три, пошли. Семь, пятый, стоп. Без лопов, ты не тяжело. Пошли, вон он. Двое, три, пятый, семь, шестый, шестый, оп, ноу, десять. Андрей, ко мне. Ко мне. Аделина, сядь туда дальше. Андрей, вот туда. Значит так, смотрим внимательно. Самое главное, это умение падать. Страховка, играйте в волейбол, футбол, что у нас там, бадминтон, теннис. Идешь куда-то, зацепилась, упала, сделала страховку, встала, пошла дальше. Значит, посмотрите внимательно еще раз. Падаем на бок, видите ножка. Ножки согнуты. Вы должны быть как мяч. Вот. Рука здесь. Перекатываемся. И страховочка. Раз. Ногой тихонечко. Раз. Пошли. Стенга дряпка. Три шага. Капусу. Капусу. Поднять голову. Вот он. Два.
Сели, смотрим на меня. Рука, мы здесь нельзя, а то плечо вывих. Рука должна быть вот здесь, вот здесь. Пошли. Уну, двое, три. Завтра. Момент. Сели. То есть, смотрите, ногу убираем отсюда. И проколка. Оп, раз. Сели. Другую ногу убираем. И дальше одно. Двое. Пару. И модель. Еще раз напоминаю, исходное положение в партере, чтобы я говорил, вы сразу принимали. Если вы лежите на спине в финале, то вы должны лежать. Ножки согнуты, ручки должны быть здесь. Кто-то играет в футбол или еще что-то, мяч на вас падает, вы сразу раз, закрылись. Когда боретесь, лупта, когда лупте, жидо, сам, вот, что хотите, драка, бокс, вот вы должны быть. Понятно? Приготовились. Раз, оп, исходное положение, спина. Ножки выпрямили. Опять, оп, выпрямили. Опять хоп, выпрямили. Опять хоп, выпрямили. Так, сели на колени. Теперь лупта. Значит, исходное положение. Партер сус, партер жест. Партер сус, партер жест. Пошли. Партер сус, партер жест. Сус, жест. Еще раз. Значит, смотрите внимательно. Стоп, вот это. Еще раз, вы ставите коленки вместе, то есть вас толкнут. Раз это упражнение для борьбы, то нужно, как борцы, ножки чуть-чуть шире, ручки чуть шире, то есть чтобы вы уперли, стояли хорошо. Так же, как, например, зайдете к Толмазану на тренировку по волейболу, тренер кричит, согнуть ноги, согнуть ноги в колени. Всегда должны быть у волейболистов, у футболистов, у хоккеистов, все, кто играет в игры. У борца не должны быть согнуты, но должны быть расслаблены, нельзя напрямую. Зайдете на гимнастику, если у вас колено согнутое, вас будут ругать. Да. Потому что там совсем другое, там прямая линия должна быть четкая. Поэтому бьют по ногам, по коленям, прямая спина. Все, каким видом вы спорта занимаетесь. Так. Значит, еще раз, посмотрите внимательно, видели меня? Печора, это стойка фронтал. Нога одна чуть впереди, одна чуть сзади, стойка спинка, стойка дряг. Понятно, да? Так, теперь партер сус, оп! Партер сус. Стойка фронтал, оп, сзади. Дистанция до метра. Да, 2 километра. Так. Высокий партер. Партер сус. Партер жест. Так, спиная. Плечи на спину. Спиная. Ножки согнуть, голову поднять. Капу сус. Колени. Сели на колени. Теперь смотрите внимательно. Спина. Грудь, живот. Высокий партер, низкий, только фронтальный. Когда ложитесь на живот, вы не должны так лежать. Вы должны всегда быть готовы встать, убежать, бороться. Поэтому смотрим туда, смотрим на колено. Видите колено? Руки под себя. Хоп, хоп. Поделали. Хоп. Тенга, дряпка. Тенга, дряпка. Тенга, дряпка. Хорошо. Только фронтал. Ну, кто быстрее? Столько фронтала. И на пой, до упас. И на пой, до упас. И на пой, до упас. Вы вдвоем, пожалуйста, перейдите туда. Говорю, вон туда, встань, пожалуйста. А вы вон туда, вон туда, вон туда, вон туда, еще. Да, лицом ко мне. Туда, и лицом ко мне. Так. Покажи страховку назад из этой позиции. Так, команду им,
8 раз. Вот то, что она сделала, вы делаете команду. Слух, громко. Считай. Уну, дой, говори. Сначала скажи, потом делай. Не слышу. Вот. Матео. Хорошо. Теперь страховка пойдет через партнера. Так, самый маленький, чтобы я его задавил. Вадим. Вадим. Значит так. Ложись на живот. Просто ложись на живот. Ручки так сидят. Нет, нет. Вадим. Да, ручки здесь. Посмотрите внимательно. Вот сюда не садимся ему. Вот сюда. Не садимся. Не садимся. Чувствуешь, как скрипишь? Знаешь почему? Потому что, когда ты сидишь, учишь уроки, голову на бутер, учишь, а они позвонки наклоняешься. Они потихоньку выходят в сторону. Поэтому нужно... Посмотрите внимательно. Не сюда садимся, а садимся вот сюда. И делаем страховку. Значит, что? Беремся или здесь, или за пояс, или здесь, перекатываемся на бочок. Оп, страховка. Еще раз показываю. Не боюсь, все равно раздавлю. Считайте, вот я взялся и сажусь не на спину, чуть-чуть сюда. Я не буду держать. Смотрите, вы садитесь, садитесь, садитесь. Раз, и делайте страховку. Так, Алиса, иди к ней. Давай. Работай. Так. Вы вдвоем. Да, вы вдвоем. Вадим. Вадим делает страховку. Потом пошли первый номер делать. Кристиан делает. Да, вот так. Пошли. Три раза делает. Посмотрите, опять Аделина, ручки под себя. Значит, что вы делаете? Стоп! Становимся двоих. Сейчас. Что мама делает, если ты сейчас скрипишь? Посмотрите, Аделина сделала высокий партер. Легла и перекатилась сюда. Раз она перекатилась, оп, сделала страховку. Пошли. Пошли. Да, иди. Кривой. Пошли. Три раза. Вот так умница. Вот, посмотрите, Аделина держит сюда. Мы перекатываем. А, Михаил, через пол. Другой рукой. Ну. Никита и Ярослав. Все, я. Садитесь на пенсию. Ну вот, хорошо.
Yeah.